Всем привет, с вами Данды, и сегодня мы продолжаем играть в Oxygen Not Included. Вот. Забыл сюда прийти. Да. Так, плюс я еще умный человек, я только что случайно обнаружил, что можно вот так двигать, оказывается, правой кнопкой мыши. Значится. Я вот недавно допер, что мне нужно посмотреть овервей микробов, да? И тут я понял, да? То, что... На самом деле, у меня тут дофига мест, куда я могу копаться вообще почти не боясь. Вот. Плюс, что меня еще пробило? Еще что пробило? То, что, оказывается, я лоханулся и снимал, оказывается, ну, не в том качестве, в котором хотел. Но это ладно, это не страшно. Так, походите. Казарма. Уборная. Ля, смотрите. Из-за того, что я тут-то лоханулся, не поставил, у меня она тупо как общего назначения. Так, значится. Сейчас я буду идти как? Я буду, наверное, потихонечку прокапываться тут. Потом в ногу подкопаюсь к водичке, попытаюсь ее как-нибудь аккуратненько сюда слить. Аккуратненько нифига не получится, получится как обычно. Так что вот. Надо заниматься иммунными системами, стрессами, иначе... Иначе все плохо будет. А то у нас дофига слишком стрессировано, да? И... с плохой иммунной системой, понимаете ли. Так, кстати, теперь это... А, все равно общего назначения. А, ну типа комната отдыха. Но отсутствует украшение, да? Так, украшение у нас... Что, чем, что считается-то, Лёх? Зашибись. Мне больше нравится очень ядовитый. А тут... А, кстати, смотрите. Получается как? Если я правильно понимаю, да?
Да, короче, кислород тупо заполняет то место, где вот это повыше. Все остальное идет пониже. Но, в принципе, правильно, так оно и должно идти. Так оно и должно идти. Так, на часа. Идем на новые высоты. Для новых высот нам понадобится вот это. Уся местность. Кстати, мне больше всего нравится. Тут вакуум. То есть, если сейчас. Если его прокопать, тут воздуха не будет вообще. Так, тихо. У кого там навык улучшился? Тихо. О. Так. Дальше. Эти два умника еще дальше нифига. Кстати. Кстати, а их можно переименовывать, а? Так что у меня в голове родилось нить. Ну-ка. Не то. Не то. Можно? Можно, слушайте. У меня, конечно, есть одна идея. Веселая. Сейчас прокопаются. Так, ну-ка, вот так. Сделаем так. Пошел заполняться. Так. Что я получил тут? Я получил тут и чистую плитку. Так. Так, тихо. Эту плитку я. Тихо. Проложу вот тут-то вот. Пусть она, короче, будет пропускать воду вниз. Интересно, они будут сносить то, что над ней? Ладно, увидим. Давно узнаем, как это работает. Так, ну-ка. Что-нибудь делать тут?
То, что вот я до сюда доберусь. Так. Так, по сантехнике. Ага, отлично. Так, ладно. Теперь мне нужно новое изучать. Так, а чего я хотел? Так, перерабатывает слизь водорослей. Создает чистую воду из грязной воды, используя песок. Так. Амбизар, освежитель воздуха, использует песок для фильтрации загрязненного кислорода. Микробов с ресурсов. Блокирует потоки жидкости. Поддерживая давление между областями. Угу. Так, что мне нужно-то? Мне надо неэффективен для производства очищенных металлов из металлической руды. Вообще мне надо медицинское исследование, наверное, чтобы их лечить, иначе будет все плохо, я так думаю. Потому что когда я пойду в области с легочной слизью, я так понимаю, это, ну, что-то наподобие пневмонии тут будет. Так. Почему тон не может нифига работать? Так, уменьшение декора. Так, конечно, можно попробовать сделать так. Да, типа, будет меньше пространства и проще. Проще. Преобразует воду кислород. И водород. Так, ладно. А, то есть, смотрите-ка, что они делают. Они, можно сказать, тупо перерабатывают. То есть, не перерабатывают, они тупо апгрейдят их, и все. То есть, если я тут сделаю что-то наподобие стенки, пойду вверх, и вот так дырочку прорублю, то вся вода пойдет через них сюда. Ну, судя тут, по тутошнему, по объему и по объему того, что у меня тут по размеру,
У меня, ну, ни хера там не уместится. Не уместится, короче, будет сверху. Еще, то есть мне надо будет так прорубить, чтобы оно более-менее. Так. Так. Образуем. Когда они доделают. Начну организацию. Так, значит. Так. Ну-ка. Газопроводной сенсор микрофон может быть активным. Ага. То есть в итоге я подошел к примерно нужному для меня. Так, значится. Делаем так. Организовываем это все так. Так как мне тут бояться нечего. Это вообще замечательно. То, что вода будет стекать сюда. По большей части. Даже нет, я как сделаю. Тут все забаррикадирую плиткой. Когда дойду до суда. Блин, если я все правильно сделаю, то это будет замечательно. А я только жопу чувствую. Так. Ну, по микробам я... И сюда пойду, в принципе, я в полной безопасности буду. Полевочный. Так, мне надо, чтобы они доделали вот это вот все. Так, они случайно... Больше никто случайно... Да, скоро вот. Скоро будет у меня водопроводчик. Неплохой. И электрик. Вот. Инженер-мехатроник надо будет. Короче, еще дофигачего. Так, по медицине я могу спокойно поставить куда-нибудь сюда или сюда. Так, дупликант новый. Ура, 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 ура. Так. Во. Мне как раз нужен батрак. То есть интересно скотоводство и готовка. Ведь я прав, да? У меня как раз, по-моему, батрака такой нет. Нет, есть у меня батрак. Но мне нужен еще один, чтобы он фермерство пошел. Потому что один сейчас у меня скотоводство пойдет, а второй фермерство. Так что мне нужен вот этот вот-то. Скотоводство и готовка. Так. Так, 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 так.
Вот. Отлично. Так, приоритеты. У них и так. Их автоматически будет, так что. Вообще прекрасно. Ой, успокойтесь, нормально. Так, тихо, тихо, тихо. Угу. Куда побежали, Лю? Так. Так. Где мне сортир организовывать с водопроводом нормальным? Вообще получается, что обдумывать надо будет капитально. Так, ладно. Я вроде бы более-менее, что хотел, я сделал. Ну, все остальное будет в следующей серии, так что всем спасибо и всем пока.